На территории Кашхабльского района сотрудники госавтоинспекции межмуниципального отдела совместно с администрацией района провели оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Выезд на полосу встречного движения является распространенным нарушением, которое довольно часто становится причиной дорожно-транспортного происшествия. Самые тяжелые последствия ДТП происходят в результате лобовых столкновений встречных автомашин. В целях профилактики и предупреждения таких правонарушений сегодня совместно с заместителем главы Глазуновым проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса», в ходе которого с водителями проводятся беседы о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожной безопасности, не совершать опасных для жизни и здоровья маневров. Выезд на полосу встречного движения является опасным маневром, а в тех местах, где такой выезд запрещен, чрезвычайно опасным. Выезд на полосу встречного движения в любом случае является чрезвычайно опасным маневром. Штраф за выезд составляет 5000 рублей, а лишение прав может быть наложено на срок от 4 до 6 месяцев. Помните, что залог вашей безопасности в пути – это неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.